Я вам сейчас покажу другую забавную штучку. Это там имя дерева написано. Смотрите, как оно огорождено, железочка. И самое вот интересное, в какой захват оно сделано. Чтобы это держало дерево, я так понимаю, это какое-то особо охраняемое дерево, у которого есть имя, и вон даже какая защита. Но сейчас не видать, я днем сниму. Вот такое вот тут дерево интересное. А вот дальше деревья идут, они вот просто деревяшечка. Трун-трун. Ну как обычно. А вот видно. Вот такое дерево. Прямо под надземным метро. А там дальше район развлечений, нам не туда. Мы развлекаемся тем, что смотрим, как деревца охраняются. Хотя имена у них тоже есть, у остальных. А, это не имя, надо посмотреть. Простите меня, кто знает, в комментариях напишите. Может, это имя дерева, я погуглю, напишу сам в комментариях. Вот, это обычные. Но, видимо, они не доросли, судя по толщине ствола, еще до того. Кто постарше становится, тому как бы дают персональную железную защиту. Такой бомж. А на этот плакат я смотрю, мне все напоминает незнайку какой-то, выглядывающий незнайка на Луне, знаете у него? Вот этот незнайка в Бангкоке. А, это кот. Это кот прямо рядом из-за мусорки выглядывает, как настоящим котам положено, они по мусоркам шарятся. А вон крыса, кстати, смотрите, как интересно. Вон еще одна, у них тут нормально все. Окошко выглядывает из-за мусорки, не реагирует. Зато у деревьев есть персональные железные боксы. Ну, как, пока я вот только первый такой встретил. Может, дальше еще увидим. Продолжим гулять под этим замечательным надземным метро, которое на высоте 6 километров. Ой, 6 этажей где-то. Вон и поезд поехал. В общем, такое интересное место, как и все в Бангкоке. Продолжим путешествие.